Рад приветствовать всех, стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня я расскажу о темах WordPress, и хотя звучит это достаточно легковесно, да я думаю, многими воспринимается так, тема WordPress это не просто важно, это собственно и есть сайт. Точнее то, как он выглядит. По работе с темами надо делать отдельный курс, и я, может быть, его сделаю когда-нибудь. Но сегодня очень поверхностно и очень общо. Итак, вот темы, которые устанавливаются вместе с WordPress. Сейчас у нас стоит вот это, 2020. Напомню, выглядит она вот так. Такой классический блок, вообще ничего лишнего. Ну, футер есть с рубриками, как его поменять на другой. Заходим в темы и берем, например, вот эту. Можно заглянуть в информацию о ней, но там редко бывает что-то полезное. Поэтому нам достаточно просто нажать кнопку «Активировать». И теперь наш сайт выглядит вот так, то есть абсолютно по-другому. Хотя это тоже, в общем-то, блок, но уже под шапкой. Понятно, что брать одну из трех тем, установленных по умолчанию в самой популярной CMS, весьма опасно. Есть большая доля вероятности, что где-то в мире будет существовать сайт, очень похожий на ваш. А вот нажав на кнопку «Добавить новую тему», мы уже попадаем на куда более широкое поле. Давайте возьмем, например, вот эту. «Установить», «Активировать». «Установить» — это значит добавить к тем трем, а «Активировать» — это значит сделать ее основной. В этом смысле WordPress очень интересная вещь, где сайт вроде есть, но на самом деле его нет. Есть только контент, который перенатягивается на любой каркас, на любую тему. Ну, конечно, не на любую, иногда все немного разъезжается, если контент был под определенную тему. Но ведь понятно, что вы сначала выбираете тему, а потом начинаете ее наполнять и двигать. Ну, как-то трансформируя под свои задачи. Но в целом то, как выглядит тема вот тут в магазине... Кстати, да, все темы, которые представлены здесь, бесплатные. То есть это не совсем магазин. Если поискать в интернет, а сайтов с темами для WordPress существует немалое количество. Так вот, в интернет есть платные темы, но учитывая, сколько их уже создано на данный момент, я с трудом себе представляю того, кто захочет тему купить. Так что можно сказать, что все темы для WordPress бесплатны. Да мне кажется, за пределы WordPress в поисках темы и переходить не нужно. Перейдите из избранного в популярные, а еще лучше в свежие, и пропадете часов на 5-6, выбирая то, чем станет со временем ваш сайт. Причем тема, как она выглядит здесь, совсем еще не раскрывает всего того, чем может стать ваш сайт впоследствии. Кроме настроек темы, где вы можете изменить отдельные элементы на странице, делая сайт мало похожим на то, что представлено в шаблоне, вы еще можете вторгаться в святая святых, в настройки CSS и PHP. Я говорил, что сайт на WordPress полностью ваш, и вы можете менять в нем все, что захотите. И вот уже возможность покопаться в коде или CSS – это полный карт-бланш. Но там, конечно, нужно иметь определенный опыт, а здесь можно действовать методом логического тыка. Иногда это единственный выход, поскольку не всегда можно понять, что за что отвечает. Собственно, про это я и хотел бы сделать отдельный курс, и может сделаю его, но потом. А сейчас очень поверхностно, просто чтобы показать направление, заглянем в святая святых, в редактор тем. Где нам говорят, берегись, это может внести несовместимости, ломающие ваш сайт. К сожалению, да, могут внести, точнее вы можете внести, а может вам и повезет. Вот он код, бессмысленный и беспощадный, который с одной стороны кажется вавилонской клинописью, но с другой не так уж он и сложен. По крайней мере тут есть HTML, и если сильно постараться, можно внести какие-то изменения, которые скорее улучшат сайт, чем наоборот полностью его уничтожат. Но в код я вам вторгаться не то чтобы совсем не советую, скорее советую, но только под присмотром родителей. А вот в CSS в принципе вторгаться можно. CSS это про оформление. Тут не всегда легко отыскать нужную строчку, но если найдете, результат будет изумительным. Но и это еще не все. Кроме редактора тем, в котором вроде вся архитектура сайта да не вся, есть еще и FTP доступ. И вот он ваш сайт, ваш контент. И вот все установленные темы. Аккуратно лежат по папкам. А в папке, соответственно, все содержимое темы, считай, сайта. Абсолютно беззащитно и готово к вскрытию. Тут уж точно есть все, весь сайт. Единственное, о чем еще вам нужно знать до вскрытия, опять же не буду объяснять, а только укажу направление, это о дочерних темах.
Это темы, которые создаются не очень сложно, и их задача как бы дублировать изменения. Ну, то есть вы вносите какие-то изменения в дочернюю тему, и они отображаются в основной. А то, что не вносите, то и не отображается. В этом случае работает основная тема. Таким образом, основную тему вы вообще не трогаете и всегда можете к ней вернуться, просто удалив в дочерней теме параметры, которые вызывают конфликт. Это удобно в том числе, если выбранная вами тема периодически обновляется. При каждом обновлении все ваши правки, если вы их делаете, в самой теме слетят, а вот если делаете в дочерней теме, останутся. Сейчас, я боюсь, кто-то испугался, потому что ничего не понял, но закончить я хочу на оптимистичной ноте. Если вы представитель НКО, вам вообще ни в чем этом не нужно разбираться, а нужно скачать тему от теплицы социальных технологий под названием Кандинский, где разработчики не просто все сделали за вас, а еще и снабдили это кучей дополнительных материалов, доступных к использованию. Почему-то он не находится тут, но мы всегда можем найти его просто в сети. Заодно я покажу, как устанавливать темы не из магазина. Кстати, очень просто. Берете zip, говорите установить. И устанавливаете. Как-то странно он ставится, раньше вроде по-другому было. Я думаю, я пошел каким-то не тем путем. Короче, у меня есть целая серия скринкастов по Кандинскому. Ссылка в описании. Поэтому я не буду сейчас показывать, как его ставить и настраивать, но при этом все последующие уроки буду делать на Кандинском, чтобы наглядно продемонстрировать, что вот, я на ваших глазах установил за 10 минут тему, и это уже по сути готовый сайт, который осталось просто наполнить материалами в соответствии с внутренней логикой WordPress, и на этом работа будет закончена. А у вас будет красивый работающий сайт на WordPress стоимостью 0 рублей 0 копеек.